Папа наш потерялся где-то. Смотрите, я вам просто покажу, где варит парень что-то. Друзья, всем привет! Мы сейчас, короче, хотим поехать на байке, поискать машину. Арендовать машину, чтобы да. было удобнее вместе со всеми ехать. Потому что байк это такая вещь, в которой недалеко не уедешь, да, а машина так нужна. Что? За хлебом съездить, да? А чтобы куда-то в серьезный парк поехать или на пляж какой-то интересный. На улице прекрасная погода, поэтому поехали, посмотрим. Ну что, погнали? Погнали. Пока Милана и Даня у бабушки, дедушки. Милана бабушка, у бабушки и с дедушкой. Они в бассейне купаются сегодня. Они, в общем, развлекаются, а мы делами занимаемся. А мы поехали машину искать. Это такси называется. Так, гасолин нам нужен. Мы решили заехать заправиться. Бензина осталось мало, поэтому лучше заправиться, чтобы ездить побольше. Ну, просто в бутылках продают бензин. Нет, у них есть нормальные, но они редко включают. Ну, в общем, мы нашли какую-то, сейчас зайдем, спросим, какие условия. У них остались две большие машины, но мы хотим что-нибудь поменьше взять. Да, такие большие стоят 27 за месяц. Да, нам надо маленькое, компактное, потому что тут трафик сумасшедший и дороги узкие очень. Поэтому надо что-то поменьше поискать. Я показываю такую машину, что я как будто в нее вот так сяду. Ладно, поехали искать поедем, маленькую. Поехали. Хорошенький, ты моя машина. Ну что, это наша машина? Тебе нравится наша машина новая? Да, она такая красивенькая, беленькая. Маленькая, красивенькая, беленькая. Да. Ну, в общем, вот она машинка, которую мы выбрали. Ну, обыкновенная маленькая машина. Мы хотели взять маленькую машину, потому что тут улочки очень коротенькие у них, поэтому... Узенькие, да. И мы поэтому ее и взяли. В общем, вот она наша машинка. Будем завтра на ней где-нибудь рассекать. А сегодня поедем опять на тук-туке. А почему? Ну, объясни, почему. Потому что удобнее. Потому что мама хочет на тук-туке. Потому что мы не хотим напрягаться, а папа первый раз катается. Вот. Ребенок все объяснил. Поехали на нянь. Ну что, мы приехали на улицу Централ Фестиваль, а точнее в торговый центр Централ Фестиваль. И здесь сейчас погуляем, посмотрим, что там, да? Смотри, сзади нас барабанку тащит. Оп-оп-оп-оп-оп. Убегаем, а то мы тут мешаем. Это гномики, будет представление. Это гномики, а вон мама с Даней идут. Данюша! Свет, что ли, будет вау, куда погнал парень? Да, вот именно этот огромный торговый центр. Прикольный. Да, елка клевая, реально такая золотистая, красивая. Она большая, красивая, и она ночью еще будет круче смотреть. А здесь... Сколько Дед Морозиков, гномиков, как Милана их называет, да, Милаш? Это помощники Деда Мороза. Там Дед Мороз какой-то на этой елочке. Да, мы туда пойдем. Да не знаю, нам сейчас надо в торговый центр. А потом? А потом? Может быть, потом. Смотрите, я вам просто покажу, где варят-парят что-то. Варят-парят? Что здесь варят-парят? Это кто это вообще? Это какие-то помощники. Это как будто горшок колдуньи какой-то. Тут какие-то помощники Деда Мороза. Помощники Деда Мороза? Ну пойдем зайдем внутрь, посмотрим, что там. Так, Даня уже самый первый зашел. Ты знаешь, куда идти? Ты хочешь пойти в Starbucks? Не знаю, зачем он там. Даня, ты куда идешь? Куда-то не Даня, туда. Торговый центр огромный. Ты уверен, что ты знаешь, куда идти? Да? Прикольная елочка, да? Они в елке. Они какие-то шатающиеся, что ли? Вау, вау, вау. Красивый шарик. Ага. Дай дяде 5. Мы, короче, заходим в Toy R Us. Так. Что, ребятки, вы хотите тут посмотреть? Купить игрушки. Вау, это такое чудо. Смотрите, там кукунка. Кто? Кукунка. Ах, это за это видео у нас YouTube
забанил, точнее, заблокировал это видео. Смотри. Я теперь даже не знаю, в нее нет смысла играть. Это вот, новые... друзья, она продается в игры в детском магазине. В нее играть можно от 5 лет, но YouTube говорит, нет, такое видео нельзя снимать, смотрите, приятель. Тут новая игра с курочкой. Ну, кстати, да, я бы что-нибудь посмотрел прикольное. Смотрите, это новая игра с курочкой. Мам! Тут просто рай для вас, да, я смотрю? Ага. Вам тут нравится? Что за мячик у тебя такой? Ой, мячик-попрыгайчик. Мячик-попрыгайчик? А... Жучки! Жучки? Вау, мячики, посмотрите, паучки! Да. И они шатаются там, прилипают к мячику, прикольно. Вообще, вот эта штука классная. Так, здесь можно рисовать. Да. Классно. Да. Что ты увидел? А, ну понятно. А нянь, что еще же мог Даня увидеть? Даня ищет машинки, а Милана ищет куклы Лол. Да. А ваши какие любимые друзья игрушки? Пишите в комментариях. Я думаю, что все игрушки любимые по вкусу. Ну да. Мы выбрали пару игр. А какие игры узнаете из наших влогов? Да, папа? Да, либо на Family Box влог, либо на Family Box просто появятся челленджи новые с играми. Мы заскочили вот сюда. Тут столько парков, фестивалей, очень много, целый просто этаж. На третьем этаже очень-очень много всякого. Даня выбрал себе машину. Нажимай на старт. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. По стрелочкам, Милана. Итак, Милашка выбрала себе вот такого розового пони. Милана, круто? Да. По стрелочкам есть, ровно? Пока-пока. Милана, привет. Я забью. Иху. Ой-ой. Даня, му. Даня мычит. Папа, ты что, один катаешься? Буду дядя. Что такое, девочка? Давай, давай. Такая клубника маленькая. Даже через эту пленку пахнет вкусно. Ну, Милана тоже решила взять клубники. Милана, может быть, возьмем гранат? Да, давайте. Тут очень много очищенных фруктов. Смотри, вот тут вот красненький. Давай вот этот. Давайте, родной. Я думаю. Милана очень любит гранат. Угу. Вау. Такие ягодки прикольные. Кто любит клубнику, ставьте лайки, друзья. Я. Мы все любим клубнику. Что за свистульки? А папа на заднем фоне там работает. Нужно заниматься спортом, нужно заниматься. Мам, это 5. Возьмем. Мам, 7. Возьмем. Ура! Ура! Вот моя картинка стала тяжелой. Ну что, мы закупились, накупились? Опа! Езжаем домой? Да. Сейчас пойдем ловить тук-тук и поедем домой. Милана с Даней с дудками. Веселая семейка. А у меня случилась авария. В общем, приказал долго жить мой ботиночек. Зашли. И мама себе выбрала. Смотрите, какие клевые. Блестящие. Ну и просто черные. Будем ходить в новых ботиночках. В общем, как-то так. Даня, Милана, вы чем тут заняты? Мы заняты играем в полицейских. Ух ты! И кто из вас полицейский? Оба? Мы оба, да. А у вас за поясом заткнута рация? Ага. Пойдемте папу искать. Да. Поехали к полицейским делу. Папа наш по
потерялся где-то, где футболки продают. Тут скидки сегодня большие, 70% на все. Ну, начались новогодние просто. Где же наш папа? Тут что-то настраивает, какую-то музыку, тоже концерт. Найди папу среди кучи покупателей и футболок. Я себе тут выбираю поло, вот такую беру. Папа на выбирал? Да. Готов? Да. Сейчас, теперь папа закупится и поедем дальше. Елка вечером шикарная. И концерт. Побежали, Милана? Где да, папа? Да. А мы с Даней любим считать машины. Да, да, да. Раз. Да, да. Два. Так, тут скажи больше байков, чем машин. А вообще мы на тук-туке едем домой. Везде массаж. Везде массаж, один массаж. Нет. А. О, машин нет, один массаж. Мы на нашем любимом тук-туке возвращаемся домой.